Дом, именуемый глаголом «лгу», пустынных волн стоял на берегу и вдаль глядел. Пред ним неслись победы, троллейбусы, профессоры, народ, красавицы и наоборот, и будущие заповеды. За чтение на картошке «Альзошпрах», ах, некогда мне было там «Зершвах», я там узнал, что комсомол неистов, что, чтобы я им там не плел, козел, из этих алкашей и анонистов со мной никто б в разведку не пошел, что я змея, побег дурной травы, что должен быть растоптан и раздавлен. Но тут примчался папа из Москвы, просил, и я был, так и быть, оставлен. Я на допросе припирался с про, зачеркнуто, на зачете с пропом. Я думал, в сказке то, сё, зло, добро, а проб считал избушку гробом. И проб был прав, а я не прав. И вот ко мне избушка повернулась задом. В разведку не был послан я отрядом, но поворот мне вышел от ворот, где забивает целый день козла, а пульт не принимает гардеробщик, где темные неба под льдами ропщет извне добра и зла.